В начале июня текущего года стартовал прием заявок на первый грантовый конкурс «Движение первых», где принять участие могут юридические лица, а в частности среднеобразовательные учреждения, вузы, детские лагеря, музеи и библиотеки. Как отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров, для реализации своих проектов участники могут получить от 500 тысяч до 15 миллионов рублей. Отметим, что работы должны соответствовать одному из 12 направлений – образование, знания, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, ЗОЖ, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, экология и охрана природы, туризм и путешествия. Самые лучшие идеи получат поддержку, а проекты победителей будут курировать местное отделение движения. Подать заявку можно на сайте предоставления мер финподдержки до 7 июля текущего года. Результаты же будут известны 28 числа того же месяца.